Всем привет, с вами Алина Альфинка, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как сделать вот такую вот эмблемку из атласных лент. Для этого нам понадобится вот такая вот оборочка, которую мы будем делать ободочком нашей эмблемы.
Я уже показала, как ее сделать. И теперь мы будем собирать нашу эмблемку вместе. Для этого нам понадобится ленточка шириной 1,5 см, длиной где-то 7 см. Также у меня две вот такие вот ленточки длиной 17 сантиметров и обрезанных наискос. И везде все нужно обжечь, все края. Или клеем обработать, если это вам будет затруднительно. Вот эта вот ленточка тоже 17 сантиметров и обрезана вот таким вот флажочком. Это ленточка оранжевого цвета шириной 2,5 сантиметра. Это ленточка шириной 5 сантиметров, длиной 17 сантиметров белого цвета. И вот здесь вот тоже вот так вот обрезано. Также нам понадобится кружочек из картона, заготовка для брошки и вот такая вот кусочек фетра. Будем приступать к сборке. Я буду все склеивать клеем-пистолетом. Для начала я капаю сюда капельку клея и склеиваю. У меня получилась вот такая вот окружность. Я ее переворачиваю, подравниваю. Теперь буду приклеивать картонный кружочек, нашу основу. Для этого я промазываю клеем. Будьте с клеем пистолетом очень осторожны, потому что он очень горячий. Вот так вот мы приклеили. Теперь переворачиваем. Сначала приклеиваем вот эту вот часть. Так. Сейчас мы помоделируем. И пусть она как образец у тебя будет. Да. Капаем клей и приклеиваем. Спасибо. Теперь приклеиваем белую ленточку. Вот так вот у нас получается. Теперь будем приклеивать боковые ленточки.
начинаем припекать. Вот такой вот получился. Вот такая вот получилась эмблема. А сюда вы можете приклеить свою иллюстрацию на тему, которая вам нужна.